Я знаю, кого еще не пугает. Это тех, кто у нас с утра прогуливается с собаками, либо выходит на пробежку. Абсолютно верно. И вот суперсобаки – это как раз то, о чем мы поговорим в следующем сюжете. Динго, обними. Обними голова. Скрашивают наш досуг, а в экстренной ситуации могут спасти жизнь. Татьяна Тетенок занимается дрессировкой собак больше 15 лет и отлично знает, как воспитать из своего питомца верного товарища. Когда все дети играли в дочки-матери, я играла в собачки. Поэтому на 12 лет у меня сбылась моя мечта, и мне наконец-таки подарили собаку. Доберман у меня прожил 13 с половиной лет. Это была замечательная собака, ее звали Юта. У собак очень короткий век, это всегда тяжело. Сейчас у Татьяны 5 собак, все девочки. 2 Амстаффа, Сера и Астя, 2 Коли, Мишель и Юнга, и дворняжка Ляля. Дрессировке подается любая порода. Каждая собака, она индивидуальна, но в то же время все они с удовольствием взаимодействуют с человеком. Даже чихуахуа, вот такие малышки? Чихуахуа отлично воспитываются. Чихуахуа – это замечательные собаки. Просто хозяева иногда не утруждают себя дрессировкой, просто считают это ненужным, может быть, кому-то некогда, может, кому-то не надо. Воспитать можно любую собаку. Обучать собаку нужно с раннего возраста, но и взрослые животные с легкостью идут на контакт. Первые команды, которым учат щенка – сидеть и ко мне. Для дрессировки собаки надо немного, всего лишь вкусняшки и игрушки. Дай лапу – одна из самых простых команд. Дай лапу. Вот так, умничка. Лапки, лапки кверху, лапки, лапки, лапки. Давай лапки, вот так, зайка, 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 на, умничка, умничка. И не забывайте поощрять. Питомцы Татьяны не только выполняют сложные трюки. Старшие Цера и Астя – спасатели на воде. Сейчас они на собачьей пенсии. А Мишель и Юнга проходят обучение помощи при техногенных завалах и нахождении человека, потерявшегося в лесу. Животные реагируют только на сидящих и лежащих людей. Это признак того, что человек не может сам себе помочь. Важно, чтобы собака не подходила близко к пострадавшему, ведь некоторые их боятся. Да, суперсобака, молодец, хорошо, Миша. Она не должна на меня внимание обращать. Она не должна уходить от человека. Да, молодец, хорошо. Питомцы Татьяны помогают ей и в быту. Они сами носят свою еду из магазина. Прохожие живо реагируют на такие прогулки. Подходят к собакам сфотографироваться и снимают их на видео. Вот они пришли и встали, и меня ждут. Все сидят. Да, держи. Дай. Молодец, хорошо. Стой. Все сидят и ждут, пока я заберу поноски. Все. С яйцами очень-очень хорошо, что ждут. Потому что если бы были яйца, скажи, кто-то бы уже грохнул. Кинолог часто подбирает собак на улице, воспитывает их, а затем отдает в хорошие руки. Ляля появилась у нее всего 2 месяца назад, но уже отлично реагирует на команды. Татьяна надеется, что вскоре и для нее найдется дружная и любящая семья. Дарья Шарипова, Алим Велиев. Утро нового дня.